Доброго времени суток. Меня зовут Максим. Я являюсь сертифицированным специалистом Zendesk в компании CloudFresh. И сегодня я расскажу вам, как подключить остальные каналы, которые доступны в Zendesk по умолчанию, такие как Instagram, Facebook, Twitter и так далее. Для того, чтобы подключить эти каналы, нам нужно перейти в центр администрирования. Для этого вверху справа вам нужно нажать на 4 кубика и выбрать центр администрирования. Далее вы можете воспользоваться поиском или перейти в каналы и выбрать обмен сообщений. Для того, чтобы добавить какой-то из наших каналов, вы нажимаете на кнопку «Добавить канал» и выбираете тот канал, который вам нужен. К примеру, Facebook Messenger. Обязательное условие – вы должны быть в этот момент залогинены в Facebook. Нажимаем «Продолжить». «Продолжить в Facebook». «Продолжить» через аккаунт, который подключен к страничке. Также обязательное условие при подключении того же Facebook, вы должны быть владельцем или же администратором той странички, которую вы хотите подключить. Другие аккаунты, которые без доступа к страничке, не будут иметь возможности подключения. И здесь мы выбираем, какую из страничек мы хотим подключить. Нажимаем «Далее». И канал должен был добавиться. У меня он не добавлен, потому что такой канал существует. Но вы, когда перейдете в список, вы можете увидеть все доступные каналы. Также такой же процесс и с другими остальными каналами. Всем спасибо, всем всего доброго, до свидания.